Так называемый исторический триптих на опорах старого городского моста, живописное олицетворение старинного Пинска, наверняка есть в домашней фотогалерее многих пинчан и гостей города. Создателя масштабных стрит-арт-объектов Евгения Сосюру знают во всей Беларуси. Его творчество не может остаться незамеченным, ведь на культурную жизнь города оно налагает печать вечности. Это мой родной город, и прежде всего мне самому интересно внести вклад какой-то в его развитие культурное, духовное, и сделать какой-то отпечаток, оставить. Проект стартовал 3 года назад. Тогда на северную опору старого моста была нанесена гравюра «Пинск» в 1863 году. Позднее живописные рисунки появились на центральной и южной опорах. За основу были взяты старинные фото города. За весьма короткий срок успела потускнеть краска, осыпаться штукатурка. По решению местной власти в эти дни, накануне юбилея города, проходит реконструкция муралов. Еще один арт-ремонт проходит на опоре действующего моста через Пину, где изображены знаковые достопримечательности города, которые включены в государственный перечень историко-культурных ценностей Беларуси. Этот проект также стартовал в 2014 году. Все эскизы и цветовое решение были согласованы с городской исполнительной властью. Основная идея создания этой работы и, в принципе, сюжетного жанра принадлежит исполкому. В дальнейшем я планирую немножко изменить сюжет, добавить кое-какие моменты, и чтобы было более интересно, чтобы все это связать. По словам художников, история родного города должна оживать. Они же, в свою очередь, готовы внести в большое дело свою художественную лепту. Креативных идей у молодых живописцев в запасе на сотни стен.